Регулярное отключение горячей воды на 2 недели в летнее время доставляет небольшой дискомфорт, но это необходимая процедура. В этот период производится плановая проверка всех систем водоснабжения и выявление возможных дефектов. В случае выявления таких участков мы производим замену этих участков, соответственно, на новые трубопроводы. Также дополнительно в период установок, 2 недели, которые происходят, мы подготавливаем оборудование к новому отопительному сезону. Специалисты проверяют котлы, насосное и электрооборудование. Проводят гидравлические испытания на прочность и плотность. Для этого давление в трубах повышает до 16 килограмм. В обычном рабочем состоянии оно доходит до 5. Если доведем ее до 16 килограмм, перекроем насосы, и она, соответственно, стоит на 16 килограмм, значит, сеть полностью прошла испытание на герметичность и плотность. Если манометр понемножечку показывает уменьшение давления, то, соответственно, где-то есть неплотности. Такие профилактические периоды помогают вовремя выявить протечки, заменить сломанные детали и участки трубопровода. Мы проводим замену тепловых сетей, которые идут уже от центральных тепловых пунктов. Эти сети и отопления, и горячей воды. Горячую воду мы меняем уже на новые трубы из пластика, которые позволят, соответственно, увеличить качество подаваемой воды горячей жителям. Такие трубы более долговечны и исключают ржавчину. В целом, проведение этих и других плановых мероприятий – залог чистой воды в кранах квартир и тепла в наших домах зимой. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».